Это новости на канале «Новый век». Мы продолжаем. Ко дню республики в Кызыле открылся многофункциональный центр для бизнеса. По результатам конкурсного отбора в декабре прошлого года в тестовый проект Минэкономразвития России по открытию МФЦ для бизнеса вошли 39 участников, среди которых и Республика Тыва. В рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» правительство региона защитило проект МФЦ для бизнеса на сумму около 12,5 миллионов рублей. Всего новое МФЦ будет осуществлять более 130 бесплатных государственных и муниципальных услуг и 68 платных услуг, как оформление документации, ведение бухгалтерского учета, аренда переговорной комнаты. Предпринимателям из числа лиц с ограниченными физическими возможностями предоставят отдельные льготы. В офисе будут работать 10 человек. Это сотрудники самого МФЦ, коворкинг-центра, бизнес-инкубатора, фонда поддержки предпринимателей, а также торгово-промышленной и кадастровой палат региона. Также в этом году в районах республики на базе действующих МФЦ появятся свои бизнес-окна. Сегодня мы находимся как раз на открытии МФЦ, то есть многофункционального центра, где будут предоставляться услуги, специализированные именно для тех людей, которые решились открыть свое собственное дело. На мой взгляд, это очень важное событие. Я бы хотел всех предпринимателей, всех людей, которые решили заняться своим собственным делом, посетить вот этот офис, потому что здесь работают молодые люди, которые очень осведомлены, чем помочь вам, для того, чтобы правильно начать свое собственное дело.